Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим Вместе. Сегодня я решил приготовить вкуснейший домашний борщ в автоклаве, потому что на улице похолодало, хочется уже что-то горяченького. Для нашего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты. Телятина, картофель, свекла, морковь, лучок, капуста. По специям соль, перец черный горошком, перец черный душистый, лавровый лист. И возьмем еще томатную пасту. Итак, не будем терять времени, приступаем к приготовлению. Первым делом я начну с нарезки вот этого шикарного кусочка мяса. Буду нарезать его не крупными кусочками. Сначала я нарезаю мясо такими крупными слайсами. Мельчить сильно не будем, для того, чтобы мясо чувствовалось в нашем борще. Слайсы готовы. Нарезаем на порционные кубики, квадратики, прямоугольники, треугольники. В общем, как хотите, так и режьте. На вкус-то никак не повлияет. С нарезкой мясо мы завершили. Далее буду, наверное, подготавливать овощи к пережарке. Морковь натер. Далее натираем свеклу. Свеклу натер. Далее буду нарезать репчатый лук. Репчатый лук будем нарезать не крупным кубиком. Однако злой лучок. Лук нарезал. Теперь начинаем нарезать картофель. Не крупным кубиком. Средним, я бы сказал. Картофель я подготовил. Теперь возьмемся за капусту. Отрежем сколько нужно и нашинкуем. Теперь нам необходимо сделать пережарку. Сковородка нагревается. Добавляем растительное масло. И отправляем в первую очередь лук. Лучок обжарился. Теперь добавляем свеклу и морковь. Добавляем целую банку томатной пасты. Все граммовки на одну баночку 0,5 я оставлю в конце видео. Нам необходимо обжарить томатную пасту для того, чтобы убрать кислинку. Все тщательно перемешал и еще немножечко, наверное, минут 10 буду обжаривать. Итак, пережарка наша готова и пришло время наполнять наши банки. Сначала закидываем 2 перчика горошком, 1 душистый перчик и примерно вот такого формата лавровый листик. Больше не нужно, потому что он даст горечь. Если лист у вас крупный, естественно, сломайте его на 2 части или на 3. Специи в банке, но соль добавлять будем немного позже. Итак, в первую очередь у нас идет мясо. Вот эти шикарные кусочки отправляются в баночку. Я буду их добавлять ровно 100 грамм. Мясо добавил и немножечко его примял. Далее добавляю картофель и примну его немножечко ложкой, дабы мясо с картошкой не занимало полезный объем. Далее мы с вами будем добавлять нашу пережарку. Отлично. Пришло время как раз-таки посолить. Я использую мерную ложечку. Если у вас такой нет,
Отмерьте ровно 4 грамма. И теперь мы добавляем капусту. Все основные ингредиенты у нас в банке. И теперь нам следует добавить чистой питьевой водички. Она у нас будет добавляться по плечике банки. Вы можете, в свою очередь, добавлять не воду, сварите хороший крутой бульон и добавляйте его. В моем случае я сегодня буду готовить именно так. И теперь закручиваю крышку. Одна баночка готова. Уже смотрится красиво, не так ли? Отставляем ее в сторону и наполняем все оставшиеся банки. Все банки наполнены. Вот такая вот получилась красота. И, значит, я вам сейчас расскажу, каким образом я буду их готовить, как я буду готовить этот чудный борщ. Значит, при температуре в 115 градусов на протяжении 40 минут. После того, как процесс стерилизации будет завершен, наш борщ немножечко подостынет, и только тогда мы подготовимся к дегустации и будем пробовать, что же у нас там получилось. А пока приступаем к процессу приготовления. Наконец-таки мы уже подошли вплотную к этому самому вкусному мероприятию. Это дегустация, как вы уже поняли. Баночки я все извлек из автоклава и теперь уже не терпится попробовать, что же получилось. Естественно, в гости к нам пожаловал кто? Кто пожаловал? Вован к нам пожаловал. Кто нам еще жалует? Здоровенько. Привет. Всем привет. Смотри, какие баночки у меня. Какой борщец. Мне очень понравился вид. Я предлагаю наливать сразу, да, и пробовать. Да, я предлагаю только вакцинацию пройти обязательно перед пробовать. Обязательно. Богатырская. Да, времени спокойное, вакцинацию нужно проводить каждый день. Так, ладно, давай сначала, наверное, борщец разольем, да? Конечно. Пахнет борщом. Обалденно, обалденно. Как говорится, по одной. Слушай, красота. Ну, а с чего начнем? С аперитивчика начнем. Большое спасибо всем тем, кто нас смотрит, кто поддерживает канал, вот, кто ставит лайчонки, пишет комментарии. Вот, спасибо большое этим людям за вас, мои друзья. И, в свою очередь, хочу обратиться к вам, ну, такой с дружеской просьбой. Кому не трудно, зайдите, пожалуйста, на Яндекс.Дзен, коптим вместе, ссылочку я оставлю внизу. И поддержите подписочкой. Ну, может быть, комментарий кто-то черканет. Буду очень признателен и благодарен. Но, тем не менее, за вас, дорогие. Ну, а теперь... Кольцо-то самойское. Да, да. Блин, красота. А вот красота. Вован, ложечку добренькую сметанки. Ну, у тебя не добренькая ложечка, у меня добренькая. Давай попробуем, что получилось. Ой. Ну, на вид, на аромат тут вообще 100% успех. Супер. Слушай, это потрясающее блюдо, действительно. Это так вкусно. Как тебе мяско? Дистилятина. Великолепно. Я вообще просто ничего плохого вообще сказать не могу. Вообще ничего говорить даже не хочу. Все просто настолько вкусно, что надо есть. Друзья мои, получилось вот именно полноценное первое блюдо. Борщ в автоклаве. Вообще потрясающая штука. Вообще по соли, по специям сбалансировано. Абсолютно. Вован, да? Вообще вот просто... Вот действительно... Вот, ну, получилось, ну, очень вкусно, здорово, по-домашнему. Как будто бабушка готовила. Да, да? Или мама. Ну, да. Вован, представляешь, вот сейчас вот будут праздники, да, январские. Да. С утра встал,
Ну, лень готовить, когда уж все оливье, одни салаты. Салаты кругом, или, да? Да, или салаты уже надоели тебе все. Холодильничка достал. Достал, разогрел, и у тебя полноценное первое блюдо, да? Полноценное похмел. Кстати, это отличная идея. Мы обязательно приготовим похмельный суп. Вот. Так вот у нас и рождаются идеи. Да. Ребят, на самом деле потрясающее блюдо, да, Вован? Абсолютно. Вообще очень-очень-очень-очень-очень вкусно. Вот так даже. Я подтверждаю это. Хотя я готовил, как вы видели, на воде, и получилось очень насыщенное. Прям вот, ну здорово. Ну, попробуйте обязательно приготовить. Все абсолютно просто, да? Вот. Зачем готовить? Пусть готовые покупают. А, кстати, точно. Уже есть, уже все приготовлено за вас. Да, и очень вкусно, хочу заметить. Правда, очень вкусно. Все баночки вот эти не только доступны к заказу. Да. Куда можем отправить, Володь? Да хоть на Кудыкину гору. На Луну. Ребят, ну если же вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Ну что, Вован? Давайте дружить. Как? Очень-очень вкусно. Не забывайте про нашу страничку ВКонтакте и Инстаграм. Ссылочки будут внизу. До новых вкусных встреч. Блин, ну классно. Вован, погнали.